Как здесь? It's my own design. It's my own remorse. Help me to decide. Я не понимаю, а как выбраться с этого острова? За мной, короче, ты же знаешь, где тюрьма в первом мире? Просто у меня почему-то нельзя, нельзя корабль купить. Поставь на паузу, а чё ты просто не включишь музыку на телефоне? Я как раз её не буду слушать, потому что она не у микрофона будет. Я не могу, тут спит бабушка. Окей. И то папа тоже. Играем. Мне у твоих криков. Все, криков не будет. Что? Криков не будет. Ну нет, не будет. Ну все, тогда можно. Просто когда ты про как там их зовут? Которые охраняют этот мир. Ты про эти, которые тупые такие. Дозорные? Да. Нет. А, про какую-то тюрьму. Тюрьма. Ну, твой друг еще... Ой, нет, не твой друг, а наш друг этот демон. Он еще в тюрьме качается. Я еду, наверное... К дозорным, кто знает. Вот это дозорное, походу. Она возле фонтана. О, ты видишь огромный там фонтан? И вот возле этого там какой-то по типу замка вырисовывается. Слева от него. А, я тогда еду к дозорным. Каким дозорным? К обычным. Морские дозорные. Там еще такая башня есть и флаг. А, да, вроде. Но флага вроде нету, но башня есть. Ну, я флаг вижу. Это где мы только спам? Нет, там вулкан, где фонтан, найди где-то фонтан, и возле него там рядом остров. Так далеко мне плыть, а у меня то шлюпка бесплатная.
Я бы тоже шлюпку бесплатно купил, но я не могу. У меня тут нету чего-то магазина, где покупать надо. А как ее можно купить, если она бесплатная? В каком смысле? Это пустыня? Нет, я не про пустыню. Я не знаю, где. Ну, видишь, фонтан прям огромнейший. А, я к нему плыву. Ты там? Ну, не там, но рядом остров. Ты меня увидишь, когда будешь плыть. Там три башни, да? У фонтана? Да, три башни. Нет, у фонтана нет башен. Ну, там остров есть, и там виднеется три башни. А, рядом остров? Да. Да. Все, понял. Ну как рядом, это раз. Я походу забагал, я походу смогу лодку купить себе без тебя. Но все равно приедь на всякий случай. Потому что я уже начинаю помирать немного. Да нет! Что, нет? Чуть не умер. А почему ты умираешь? А что, я тут по воде прыгаю. А, тупой. Ты человек. А ты, когда ты придешь, я ресетнусь, потому что у меня сохранилка как бы на том острове. Но если я, конечно, не допрыгаю до следующего. Если я допрыгаю до следующего, то я сам себе корабль смотрю. А что это за челик с ЦТРФФРФФ? Это мой аккаунт прошлый. А ты на нем зашел как-то? Нет. А что у него... Так, 2.52 миллиона. Он обогнал Диму. Я знаю. Это ты на него зашел? Нет, Ваня, ты не помнишь, я с ним тогда еще играл. Так вроде был бы выше Дима. Кто был выше Димы? Ну, выше Димы там. Ну, Дима был выше, чем он. А, просто стенд-юзер, это там мы нашли какого-то челика рандомного, а CKSTRFF, REVFF, это мой второй аккаунт, его забанили там. Говорю, как он обогнал Дим? Мой аккаунт? Да. Ну, потому что Дима Боунти просрал все. Так подожди, так его не было в клане. Этого был, Ваня, просто ты, видимо, не помнишь, когда мы еще играли. Когда у меня был второй мир. Где ты? Я сейчас... Отошли от меня, будут биться. Уже не надо, Ваня. Да чтоб ты... Ну, оставь там лодку и ресетнись. Пошел нафиг, не оставлю. А тебе бесплатная лодка. Ты можешь потом купить новую. А у меня там вообще купишь лодку. Так, пока лодка, пойдем. Давай, лодка, поплыли. Что, я реально на лодке? Так, давайте посреди моря тебя оставлю тут. Так, все, давай. Покедова лодка. Что смешного? Ничего. 57 тысяч стоит, да вы серьезно? Что стоит? Ну, купить фрукт. Я думал, мне 45 тысяч.
Всем привет, с вами я, Рубиков Р2, и мы будем сегодня играть новую рубрику Брокс Фрут. И там где-то мой друг. Да, я на Google, короче, на острове джунгли. А короче, ты еще ролик не начал? Я уже давно начал. Я думал... Ладно, пошли. Все равно только... я круче себя. Сколько у тебя подписчиков? 6, как помню. Не я круче тебя, а ты. У меня 4. Ладно, ну еще на прошлом аккаунте, как помню, 10 или 11 было. А что у меня так мало актива? Какого актива? Обычного. Ну, посмотрим, у меня может знать, что нормально, а подписчики плохо. Я могу... У меня один раз был, точнее, на канале вот этом лайс, есть шортс, на котором просмотр 156. И как пруфы я сейчас на ролике покажу. Да не надо. Не надо хвастаться, не надо напрягаться. Нет, я просто покажу как пруфы. А, мне вообще да нельзя я... тут открыть мой аккаунт. Я видел. Не надо хвастаться, не надо напрягаться. Но вы понимаете, что он хвастается? Не хвастаюсь я. Вы понимаете, насколько он такой плохой человек, что он хвастается вами? Вами, не собой, а вами. Видите, он какой плохой? Отписывайтесь от него. Вам надо отписаться от него. Не, отписывайтесь. Отписывайтесь. А, нет, не 156, а 119. Видите, он хвастается. Да не хвастайся. Там еще написано возвращение. Просто, видимо, подписчики перешли на мой канал. Говорю, он такой гнилой человек, что он хвастается вами. Он даже смеется, видите, вот почему он такой гнилой. Он с вас смеется. Нет, ребята, не верьте ему. Видите, как он сразу заговорил? А я спокойно говорю. И правду, что он хвастается, и он гнилой человек. Нет, он врет. Видите, как он сразу заговорил? Он врет. Такой голос вруна. Видите, он с вас смеется. Он с вас. Ребят, напишите в комментариях, что я не хвастаюсь, если я не смеюсь. А ты понимаешь, что я не умею включать комментарии? А я тоже записываю ролик. Не, ну все равно он не мой человек, он вами хвастается. Надо вам отписываться. Что? Он не уважает Блокс Фрут. Он не уважает вас. Мы такие играем, он говорит, когда он говорит, как достали эти подписчики, вот бы от них избавиться. И ты. Я люблю своих подписчиков. Не верьте ему. Он говорил еще про ваших мам что-то. Что? Я ничего не говорил такого. Видите, какое выражение? Он смеется. Он смеется. Он смеется. Еще раз повторюсь. Он смеется с вас, дорогие подписчики. Говорю, он гнилой человек. Отписывайтесь от него. Он говорит, отписывался, чтобы у него больше было подписчиков. Ребята, вы поняли?
Нет, 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 не зачитал. И я даже не смеюсь, как ты, с подписчиков. Не смеюсь с подписчиков. Видите, он такой гнилой, что придумал что-то, чтобы вы вообще меня не слушали. И то второй части на Лосмайн не будет, Артём. А? Второй части не будет. Почему второй части не будет? Потому что я тебе говорил, почему. Не говорил ты мне ничего. Видите, он даже говорит, что типа, не говорил ты мне ничего. Видите, он насколько гнилой. Я не понял. Ты ничего мне не говорил. Я не помню такого. Привет, признался Лейла. Тронешь, убью. Куда? Ты еще раз заберешь, убью. Давай, убью. Далеко. Давай, ПВП. Давай, сейчас их убью. Ты добьешь, а? Я нащу таймер. Нифига, как далеко. Я говорю еще раз, он гнилой человек. Все, давай, я веду один. Нет, у меня тут еще один. А, окей. Видите, он как меня унизит, чтобы вот меня отписались. 4 моих подписчиков, 4. Да, 4, но зато каких святых. А он просто с вас смеется. Он такой гнилой человек. Я смеюсь. Вот он сейчас... так, как там? Речь... Я сейчас слышал речь этого смеющего голоса. Да блин! Зачем ты второго взял? Все, я готов. Пошли туда, пошли туда. А вы знаете, что я делаю? А вы знаете, что я делаю? Что ты делаешь? Я вам уже... Да, подписчики, я вам показывал, как я это все делал. Как он 4 ребята включал, да? Нет. Я вам показывал другое видео на другом канале, что я скачивал. Давай, так, вот это... Вот это включить, вот это включить. Все, я готов. Раз, два, три, погнали. Да. А, мы союзники, стой. Подожди. Все, погнали. Где? Кто набежал? А, вот он. Нападай! А, ты же магма, точно. А, я сейчас помру. Счет 1-3. 1-3. Тебя пауков выключил. А, вот так, выключить. Не трогай. Но у него магма, это один минус у меня. А что, почему? Подожди, стой. Подожди. А, все, но... Ага. Ну, я проверил. Ну, урон будет идти? Да он достал со своей магмы. Это я просто скилл на R делал. Вы понимаете, почему он выигрывает? У него маг. У тебя пауку выключили.
А ты у меня в союзниках. Ой. Ай, да блин. Не, я не могу. А я не буду ждать. И все. Я тебя видел. Так я телепортировался, ты не мог никак пригадать, как, что я сделал. Так, у меня лишь мало хп. А, так вот зачем ты меня выкинул. Так, я его не вижу. Так, и на X-Ray его вообще не видно. А, это сзади крыс. Это Чипалах со скоростью магу. Ага, Чипалах. А что? Я не успокоюсь. А, понял, что нам мешает. А, точно. Давай без телепортации, это уже читерно. Ладно. Не, это реально читерно. Так у тебя что, телепортации нет? Нет. Ну, если есть, то я ее не разблокировал. На R английскую. Ну, нету. Ну давай тогда ты без притягивания, потому что невозможно. Ты про рогатку? Да, типа ты ко мне притягиваешь. Не, я потом выхожу, это я тебя просто выбрашиваю. Ну так ты быстро приближаешься. А, ладно. Где ты? Ты меня в дом закинул. Так, а, без рогатки точно. Ай, а эта штука не работает так? Что? Что? Не знаю. Ты как меня убил? Просто магма имба вблизи. Руки де эйс. Я так и знал, что ты так придешь. Ты Чипалах со скоростью магии. Ты понимаешь, что я тебе, скорее всего, выиграл когда-то? Когда-то. И то у тебя потому что магма. Я знаю. А без магбы я бы тебя, ну, мог очень хорошо выиграть. Да ты достал телепортироваться. Ладно. Мы же сказали, без телепортов. Нет, можно телепортироваться, но только не в целях убийства. А я сейчас не в цели убийства. Телепортировался. Тихо, я случайно. Я хотел тепнуться к тебе. Да ты достал со своей магмой. Давай поменяем на какой-то фрукт. Ты больше ничего не сможешь. Но мне нужна магма тогда. Выбей мне магму, я съем какой-то другой фрукт, а потом магму обратно. Он без магмы ничего не может. А ты съешь тогда лучше фрукт.
Какой? У меня только резиновый пружин... Так, у меня только резиновый пружинный и вращение, все. И это... И... Давай мы не будем плакаться, ты откроешь фрукт, если выпадет какой-нибудь лучше резиновый, то... Вот у меня деньги. Ну стой, не бей тогда. Что? Ну проверь, сколько у тебя денег хватает. 19 000, там по-любому не хватает, там 502 000, как помню. Ну, покопи тогда. Да ты достал. Какой покопить? Ну все, ты мне надоел. В смысле 520? Не может такого быть. Максимум 52. У меня там больше 50-ки, наверное. Да, больше 50-ки. Ну так и у меня тюрьма, и у меня больше 50. Но у тебя не может быть больше 50, когда у тебя только скайпи. Потому что я много раз покупаю. Давай посмотрим. Давай. Может быть и не больше 50, но зато там 52 или 53. Скорее всего 51, потому что у меня 51 был недавно. 51 у меня уже был. 52 у меня тоже был, по идее 53. По идее, да, если не по идее. То, наверное, 60 или 54. А если по Ване? Ну, если по логике, то 50, 53. Нет, а если по Ване? Ну, как бы, ну, очень много, потому что я очень долго и не хочу копиться. Но и то я не хочу тут играть, по идее, в Блоксфрог. Мне просто понравилось анимация. А так у меня в раз в месяц, наверное, будет выходить эта рубрика. Ну да, наверное, в раз в месяц. Да, в раз в месяц. То есть ты будешь снимать ролик уже 1 сентября? Ну, после 1-го. И то осталось месяц. А? И то осталось не месяц. 52 000. 52? Да. Ну, покопи на этих темных этих там. Они много денег дают. Нифига много! 7 000. Да, много. Ну я сейчас, чтобы фрукт купить, я на них сейчас дофармлю одно задание, и все, и пойду покупать фрукт. А хотя оставайся в джунглях, я, может мне какой-то имба фрукт выпадет, но он мне не нужен будет. Ну спасибо, что это мне сказал позже в Чего. Да, молодец. Давай только тебе два и мне два, чтобы поровну фармиться. По-ровному. Мои к тебе идут. Шли, конечно же. Да. Очень слабые, даже слабее Артёма. Но если без магмы, то слабее. А если с магмой, то вас сильнее, Артём. Ну, ты правда согласись, что ты без магмы ничто. Ваня, у меня есть скилл. Скилл — это у тебя круг? Что? Да отошёл ты от него, мастер. Это мой. Что, Ваня, ты сказал? Без магмы ты ничто. У меня скилл есть, просто на магме у меня тоже немного скилл работает, потому что на магме я первый раз играю, но скилл все равно немного работает. Вот у меня просто есть такие атаки, которые невозможно попадать.
А я как-то попадаю. У тебя скилл только в магме. Не. Это все правда. Свет лучше, все это знают. Магма лучше. Что? Он даже полетом выигрывает. Кто? У магмы полет не летает, и он просто по земле вылазится очень медленно и максимум урон наносит. А у света он супер быстрый, и он летает. И как я понял... Ну, а ты как хочешь сказать, что магма? Ну, свет это понятно, это свет. Ну, магма это понятно, потому что это обычная магма. А так бы лучше была бы магма. Ну, смотря как, если ПВП там на скиллах, допустим, или, ну, допустим, хотя бы прыгает, то выиграет, по сути, свет, потому что там атак больше, которые прям точно, по сути, попадут. А вот у магмы там нужен скилл, то есть. Даже тот же магма слэп, который первая атака, то надо, чтобы игрок приблизился. И поэтому без всяких вольт там почти не справишься. Гуру, а так лучше магма. Да, ты у меня... Тысяч! Ты серьезно? Будешь есть фрукт тьмы? Тьма это хуже, чем резина. Ну, по редкости, скорее всего, нет. Ладно. Я в сторожу. Резина лучше тьмы. Но я за тьму не играл, поэтому сказать не могу. Но может быть это и правда, может быть и неправда. Ну, у резины больше урона, это уже правда. Потому что Ваня Бобби Джон. Не, мне реально не оставляет твою ссылку на видео или что? Точнее, на канал. Ну, а если хочешь, можешь оставлять. Не, понимаю шутки, понимаю пранки. Ну, нафиг вот так говорить. Что говорить? А, понятно. Бобби Джон? Не, знают, что это не обидно, но нафиг говорить. Я не знаю. А что такое вообще Бобби Джон? Ты знаешь, что такое Бобби Джон? Говорю, это не обидно, если говорить... Да, это не обидное слово, но зато зачем говорить? Не знаю, просто. Ты хочешь сказать, что это смешно? Нет. Это не смешно, но я просто сказал, побежу. Тридцать один, ну что так долго? Какие вы слабые, из-за вас так мало дается. Ну, это понятно, что они слабые, из-за них так мало дается. Но не настолько, что мало. 300 тысяч, и все. Ну как? 300 тысяч за них дают, нифига, как много. Так, каких 300? Так, как там? 300, 7? Просто 300, 300, 300. За кого дают? За этих. Одного убьешь 300. Ну и то, когда дает 400. А за задание? Ну за задание тоже много. 7. Ты хочешь сказать, что 7 это много? 7500. Ну, мало. А чего смешного? Если это правда, пошел нафиг. Если это правда, мало.
Мне кажется, это не мало. Так это мало. Ваня, знаешь, у тебя фрукт стоит 52 тысячи. Во втором мире там стоит где-то 300, допустим, тысяч. И там дается за задание где-то 20 тысяч. Да, это тоже мало. Как и 7 тысяч. Ну, вообще-то равно, по сути. Так как за... ты же не будешь за одно задание 50 тысяч получать, чтобы сразу же фрукт купить. Чтоб ты... Но это лучше, А зачем я двух убивала? Ладно, все, пошел. И я столько труда потратил! И 39 тысяч! Вы серьезно, тупые разработчики! Вы вообще понимаете, сколько труда тут игроки логу? Вы сделайте награду побольше. И то сундуков больше, чем этих наград дают. Уже 42 тысячи. И только из-за сундуков. Ты знаешь, Юли, на каком уровне пойдешь на следующий остров? Я что, знаю? А если я тебе скажу, ты пойдешь с 190 уровня, а у тебя 180. Через 6 уровней сюда пойдет. Ваня, я пока выйду с рыбки, потому что мне надо фармить босса. Поэтому я буду на разные сервера перезаходить, чтобы босс был. Да зачем? Как-то ждать босса очень скучно. А сейчас я тебе про что говорю. Зарабатывать так мало тоже скучно. Да, Ваня, ну... У тебя хотя бы NPC спавнится не так долго. А босс спавнится где-то час. 320! Вы серьезно? Вы тупые! За всех ты! Откуда у тебя 320 тысяч? Нет, просто 320, не тысяч. Каких 320? Может, 32? Ой, 320! 320? Ну это много! Не тысяч, не тысяч. А. За всех четверых 320. И ты хочешь сказать, что это не скучно просто так зарабатывать плохо? Ну, Ваня, за задание 7500 дают. Ну, это тоже мало. Разработчики, слушайте, Ваня, давайте больше денег. Да, дайте новичкам хорошо зарабатывать. Ваня, предприниматель. Смотрите, у меня есть друг, начальник, и он просто, ему так сложно все делать, потому что ему даже на фрукт хватает. А я то с какой-то попытки себе докачал 500, 503 тысяч.
Так задонь. Откуда у меня деньги? Ну ты же Майнкрафт как-то донишь постоянно. Откуда я возьму тебе эти деньги? Ты же Майнкрафт как-то донишь. Откуда ты на Майнкрафт берешь? Потому что я читаю книги, и то очень мало. И не хочу дальше читать. Ну читай книги, тебя тут потом Елена Викторовна. Чего? Не хочу эти книги тупые читать. Там очень много. Сколько? 42 книги. Ты хочешь сказать, что это очень 42? Легко? 42? Да. А, типа ты посчитал, которые там от нескольких, от одного автора несколько книг? А, тут все книги, всего тут 400? 42 книги, 42. А я уже прочитала. А сколько я прочитал? Сколько? Раз, два, три, четыре. Ой, точнее. Раз, два, три, четыре, пять. Пять книги. Ваня, так скоро... Ой, уже скоро 1 сентября. Я знаю, но я не хочу читать. Ванечки, твою ж такие. А, я к тебе на сервер зашел. Сейчас, ну, ты не сможешь на другой сервер зайти, потому что я играю. Нет, смогу. Это я просто именно к тебе зашел случайно. Ой. Давай. Я чтобы не отхватить людей, я каждый день, ну, один день я считал 3 книги. Говоришь, что у меня интернет сейчас забагался, у меня вообще ролик сейчас остановится. А, нет, это у меня просто вылетело. Ваня, ты не знаешь, как ролик на паузу ставить?